Пескараскідальнікі з аўтаматычным кіраваннем і новыя снегаўборачныя машыны. У апошнія дні тэмпература паветра раз-пораз ідзе ў мінус, а ў небе пачынаюць кружыць першыя сняжынкі. Гэта яшчэ не зіма, але быць на пагатове самы час. Якая спецтэхніка сёлета выйдзе на дарогі Гомеля і вобласці і як папаўняецца яе парк, даведалася Марына Джалая. Об такой технике у Гарсапе летось только марили. Все лето с гонором демонструют три новые пескораскидывальники. Яны могут опрацовывать сумесью одразу три полосы, это 10 метров. Попередняя техника была различена только на одну. Кирование автоматичное. Водителю больше не треба выходить из машины. Достатково у кабине на пульте задать необходимые параметры раскидывания супроть гололедного материалу. А кроме того, сучасные машины могут опрацовывать дороги не только пескосоляной сумесью, а и особенно солью. Выгоды видовочные. Экономия часу, палива, больше широкие махчимости и комфорт для водителя. Кошт навесного обсталявания 35 тысяч. Разом с машиной 150. Парк спецтехники треба обновлять. Необходимо заменить 20 пескораскидывальников и набыть новые снегоуборочные машины. 4 машины для уборки снегу отрымалось купить у этом годе. В текущем году нашим предприятием подготовлено для работы в зимних условиях 59 единиц снегоуборочной техники. В том числе 21 дорожная машина и 12 пескоразбрасывателей. С Борисенки переезжаем на Лазурную. Тут соправдные песчаные дюны. 25 тысяч тонн пескосоляной сумеси подрыхтуть до зимового периода. Это только для гомельских дорог. Еще 6 тонн у Гарсапа купить предприемства, автозаправки, детячие сады и школы. Дальше песок 2 года тому начали добывать из уласного карьера. Это на 20% снизило кошт готовой сумеси. Минавито за сэкономленные гроши сёлеты отрымалося набыть новые пескораскидывальники. Дальше ранее пескосоляные сумеси рыхтовали уручную – погрузчикам. Зараз автоматично с допомогой спецустановки. Якость готовой сумеси, дякуючи гэтаму, так само полепшилася. Пропорция пяска и соли 1:1. Ранее было 3 части пяску и 1 соли. У целым по области до работы у зимового периода готово амаль 6,5 сотни одинок техники. На счету порядка 640 единиц техники находится. Из них в том числе порядка 50 пескоразбрасывателей, около 200 единиц техники для вывоза снега, для более 200 единиц для чистки. У планах на наступный год – закупка новой техники малой механизации. Это спецтранспорт, призначенный для очистки, например, дворовых территорий и інших мест, где буйная техника по своих габаритах не пройдет. Марина Джала, Валерий Гапанько, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».